Друзья, всем привет! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. Ну, наконец-то, друзья, я в лесу. Я сегодня в одиночном походе. В общем, сегодня у нас на улице не облачко, невыносимая жара, пекло. Очень много комаров в лесу, очень много паутов, всякого гнуса. Ребята сжирают напрочь. Ну, сейчас буду разводить костер. Сегодня у меня в планах таежная кухня, приготовить из горбуши хе, пожарить кругленько свежие картошечки. Ну, в общем, сегодня у меня будет все по-простенькому, ребят. Хочу вам показать, друзья, свою обновочку. У меня появилась обновка для походов, кстати. Но это все, друзья, маленько чуть-чуть позже. Вот, я уже установил гамак, тент натягивать не стал, так как солнышко вроде тут не падает. Выбрал такое в тени место, но уже пожалел, что место в тени выбрал. Очень много комаров, ребят. На солнце, думаю, было бы их меньше. Вот. Ну, сейчас буду готовить дрова, разводить костер. Ну и готовить, ребята, вкусный обед. Вот такую вот горбушку мы сегодня с вами приготовим. Из нее будем делать хе. Молоки мы с вами выкидывать не будем. У нас попался вот такой самец. Ребята, с молоками. Молоки мы засолим. Такие вот большие молоки у него. Сейчас я вам покажу, друзья, как сделать очень вкусную рыбку. Так, ну вот, ребят, рыбку я промыл, распотрошил. Сейчас нам нужно из этой рыбки сделать филе. То есть филе, вот, отделить нам надо от кости. То есть сейчас будем отделять. И хочу, друзья, воспользоваться случаем, пока я разделываю рыбку, хочу вам рассказать, как вы уже видели, я думаю, сегодня у меня появился вот такой вот нож. Нож это от фирмы Атака. Ножик засапожный. В общем, сталь у него Х12МФ. По краям имеются по два кованых дола. Резных, то есть. Вот. Длина, ребят, ножа 325. То есть, вот, почти во всю рыбу. Это настоящая, я думаю, ребята, сабля. Вот. Длина, ребят, лезвия 195 миллиметров. Больстер у него из мельхиора и вот с таким вот рисуночком. Рукоятка у ножа наборная, то есть черный граб и береста. Вот, ребят, ну вот такой вот ножик. Тут вот темлячок. Ну, темлячок я уже, ребят, сделал сам, потому что нож шел без темляка. Вот. Так что сейчас, ребят, будем его тестить. Как он справится с филе рыбы.
Ножик достаточно острый. Так, рыбка уже у меня полностью растаяла. То есть проблематично маленько снимать с нее филе. С такой рыбки. Вот, одна часть у нас готова. Вот такая вот. Сейчас нам надо снять вторую часть. То есть переворачиваем и по хребту, ребята, вот так вот аккуратно, не спеша снимаем наше филе. Вот, второе филе готово. Отрезаем все лишнее. Ну, таким ножом, я скажу, достаточно удобно разделывать рыбку. Вот, вот что у нас осталось от нашей горбуши. Ну, это, конечно, я выкидывать не буду, это все пойдет в уху. Теперь, ребят, идем дальше. Теперь меленько нарезаем. Ну, не меленько, вот такими вот полосочками. Так, теперь мы нашу рыбку укладываем в котелочек. Все наше филе. Вот, укладываем его. Так, ну а сейчас почистили луковицу и нарезаем ее, ребят. Так, лук нарезали. Сейчас раскалим сковородку. Ставим ее на огонь, раскаляем. Добавляем очень много масла и обжариваем этот весь лук. Фиксируем нашу сковородку. Я сделал специальный вырез, чтобы было удобно жарить и удобно ее снимать. То есть вот, есть расстояние, чтобы не загорелась наша палочка, можно сказать. Примерно вот так вот добавляем масло и следом берем наш лучок.
немножко его попассируем. Так, ну а сейчас в нашу рыбку мы добавим приправу, ребята, вот такую корейскую. Она жидкая. Вот. И сейчас золотистый лучок выльем в нашу рыбку. Так, следующее, берем огурчик один и нарезаем его кольцами. Нож, ребята, просто классный, классно режет. С якутом не сравнить, конечно, якут он колет, а этот прям шинкует. Так что для таежной кухни, я думаю, самый раз. Ну вот, думаю, хватит. И также берем наши огурчики и добавляем в нашу рыбку. Вот. Ну вот, ребят, уже и лучок подоспел. Вот он уже золотистый такой. Так что можно его все это дело снимать. Вот так вот, ребят, я сделал. То есть выпилил под форму сковородкой ручки, то есть отверстие, и она спокойно там сидит. Вот, взяли и выливаем, ребята. Вот. Ну а теперь нам надо все это дело размешать и дать настояться примерно с час. Так что сейчас мы засекаем наше время и через час будем, ребята, пробовать наше хе из горбуши. Так, еще я с собой взял, ну, с килограмм где-то свежей вот такой вот меленькой картошечки. То есть сейчас мы ее с вами прям такую и обжарим. И сделаем, ребята, с чесноком, с укропом и на сливочном масле. Так что сейчас я ее быстро ее почищу. Так вот нож справляется с картошкой достаточно легко. Никаких проблем нет. Хорошенько промываем картошку.
Володушка золотистая, рвем для чая. Маленечко возьмем зверобоя. Он нам не помешает и вкус нам не испортит. Но принесет очень много витаминов и полезных веществ. Ну и также всеми нами любимый — это белоголовник. Без него ни один чай не обходится. Но если кто не знает, друзья, его много класть в чай нельзя, так как он чай потом с горчинкой. А если в меру, то чай получается типа как с медом. Вот. Ну вот две веточки вот таких вот возьмем. Ну вот такой вот на чайничек на один раз вполне достаточно. Ну и немножко возьмем сосновой иголочки. Вот столько. Ну и еще, друзья, вот тут встретил вот такую вот земляничку. Мы тоже ее возьмем для нашего чая. Вот такая вот ягодка. Ну, можно ягодки, можно листья. Но я буду брать все подряд. И листья, и ягодки. Так что вкус это придаст более насыщенный. Вот так вот прям вместе с зелеными, с ягодками. Там без разницы. А это все запаривается. И получается, друзья, очень вкусно. Вот. Так, опускаем, ребят, земляничный лист, потом немножко зверобоя, потом володушка золотистая, потом, ребят, вот этого, я думаю, даже будет много, чай будет горчить. Опускаем вот столько вот, ну, с пучочек вот такой маленький, белоголовника, потом также опускаем сосновую вот такую иголочку, веточку. Ну и несколько ягодок нашел земляники. Тоже все опускаем. Вот. Сейчас это все утонет, ребят. Запарится. И можно пить вкусный витаминный чай. То есть получается, ребят, сибирская настоящая чистка. Вот. Можно чистить организм. Вот. Кипятить его ни в коем случае нельзя, потому что все полезные вещества, ребят, улетучиваются. Вот такая вот получилась у нас картошечка к нашему хе из горбуши. В общем, картошка золотистая, такая цельная. Сейчас, но это еще не все, друзья, сейчас еще будем добавлять сюда ингредиенты. Очень будет, ребята, вообще будет шедевр. Это у меня вот это из всех моих кулинарных приготовлений, друзья, таежной кухни. Вот это один из шедевров будет. Ну вот, значит, пока картошечка не остыла, мы ее быстренько перекладываем в тарелочку. Вот так вот. Без масла. Вот, картошечка прям прожарилась капитально. То есть она уже мягкая внутри. Готова к употреблению. Но пока еще не все, ребят. Сейчас мы кое-что еще сюда добавим. Так, значит, что дальше? Дальше, ребят, добавляем сюда вот немножко сливочного масла. Вот так вот, в горячую картошку. Смотрите, друзья, сейчас масло будет таять. Вот. Дальше что мы делаем, ребят? Дальше, смотрите. Дальше мы берем укропчик свежий. Вот, зелень. И прям сверху вот так вот щипим. Щиплем, щиплем, щиплем укропа.
Но это еще не все, ребят. Смотрите дальше. Вот, нащипали укропчика. Дальше нам понадобится, ребят, чеснок. То есть берем, кто любит покрепче, кто нет. Но я люблю, чтобы нормально было. В общем, берем, очищаем наш зубчик чеснока. Блин, чеснок уже прошлогодний, наверное. Покупал в магазине. Свежего еще пока нету. Так, вот, ребят. И меленько нарезаем. Кто как любит. Ну вот, думаю, зубчика мне будет одного достаточно. И вот, ребят, что у нас получается. Маслечко растопилось. Сейчас оно все пропитается, друзья. Будет вообще обалденно вкусно. Ну вот, теперь пришло дело налить горяченький чаечек. Вот такой вот, ребят. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут с хе из горбуши, которую мы с вами сделали. Ну вот, друзья, смотрите, какой шедевр там просто получился. Хе тут, тут горбуша, огурец, лук и приправа. Вот такая вот няшка. Еще это все плюс дело с картошечкой, сейчас будем кушать. Сейчас выкладываем посудинку хе из рыбы с огурчиками, да, да с лучком. Ребята, это просто сказка. Можно кушать. Блин, как что поставить-то? Неудобно тут маленько. Чурочка маленькая. Что, приятного аппетита, ребят. Ой, картошечка с маслом, да, с чесночком, ребята, с укропом, это вообще, это просто сказка. Это у меня получилось, ребят, хе с горбуши по-таежному. В общем, необычный такой рецепт. Мне его подсказал один канал, Таежник Михайлович. Кстати, Серега, тебе огромный респект. Созвонимся с тобой ВКонтакте. Рецепт Серега бомба. Правда, я чуть-чуть маленько, ребят, сделал его по-своему. Он мне маленько по-другому сказал. Рыбка просто вот такая, ребят. Все классно. Ребятушки, наелся прям от души вообще. Прям блюдо замечательное. Советую, ребята, всем вам спробовать. Я уже даже успел маленько поваляться в гамаке. И сейчас, кстати, хочу провести некоторые тесты с ножом. Так как рыбу резать мы уже видели, что он режет. А вот как он справится с рубкой деревьев, это нужно еще протестировать. Так что, друзья, вперед на тесты. И еще, друзья, забыл сказать, с данным ножом шли ножны. И также шел
паспорт, что данное изделие не является холодным оружием. Вот. Про ножны, ребят, ножны выполнены из натуральной бычьей кожи, то есть обтекаемая форма под рукоятку, вот, два хлястика, то есть один независимый подвес и один, если вам не хочется, чтобы нож висел, допустим, сильно-сильно низко, да, вы можете сделать на первый, вот, под широкий ремень, если, то под широкий ремень сюда отлично, ребята, залазит. Вот, это не по тонкий ремень. Я ношу вот такой вот солдатский ремень, и у меня прекрасно все сюда залазит. Вот. И даже вместе с этой защелкой. Где-то мне, допустим, хочется сесть, да? И когда нож висит на первом подвесе, вот здесь, то есть я сажусь, он у меня упирается сразу в землю, там куда-то на лавочку, допустим, там в пень в какой-то либо. Вот, и поэтому я ношу вот так, вот здесь вот. Вот. Чтобы нож постоянно был в движении. То есть, когда я сяду, нож у меня будет уходить. Вот так. Видите, да? Вот. Ножны, кстати, ребята, прошиты, проклеены. Кожа достаточно толстая, прям вообще, вот, видите? И проклепаны еще. Вот. Защелка, ребят, имеет, то есть, защелка имеет вот такой вот срез. А срез это, друзья, для чего? Чтобы можно было экстренно достать нож. То есть, мы бьем рукой раз, и все, нож у нас в руке. Вот, видите, да? То есть, он на клепке. Клепка тугая, ничего не расстегивается. И когда мы застегиваем клепку, вот, нож из ножен уже не вылетает. Вот, хоть как ты его верти, крути, тряси, нож никак не вылетит. Вот, ну сейчас, друзья, идем тестировать данный нож. Сейчас производитель заверяет, что он рубит, косит, пилит, режет. Ну, в общем, расхваленный такой ножик. И вот сейчас мы это с вами увидим, ребят. Расхваленный он и полочник, или имеет место быть где-то в тайге, где-то можно с ним выжить, там можно, там, допустим, на охоту его взять, на рыбалку там. Ну, на рыбалку, понятно, его взять можно. Рыбу он режет. Отлично, ребят. Ну а как он поведет себя в тайге, вот, в походах, там, в полевых условиях каких-то, в кухонных условиях, вот, кстати, тоже он себя показал, ребят, ну, на 5 с плюсом, я бы так сказал. Вот. Ну а как он себя покажет в лесу, сейчас мы с вами это увидим. Толщину, я думаю, вы ветки видите, да? Вот. Тут примерно, ну сколько, ну, сантиметров 4-5. Сейчас мы посмотрим, как он справится с рубкой. Вот, друзья, видите, да? С одного удара ветка вот такая вот отлетела. Видите, да? Считай на толщину ножа. Вот, ладно. Идем дальше. Так, сейчас мы посмотрим, сколько ударов нужно вот для такой ветки. То есть, эта ветка уже достаточно толстая. Тут уже где-то сантиметров 10. То есть, мой обхват руки. Вот, сейчас посмотрим, ребят. Тест ножа за сапожный. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, в смысле, с четырех он рубит. Ну, вот с такой толщиной, ребят, он справился где-то с пятого раза. Разрубил, можно сказать, ветку или дерево, или куст. Ну, в общем, дерево толстое, ребят, вот. Мой полный обхват. Ну, в общем, ребят, сабля, я бы сказал, зачетная. Ладно, идем дальше, ребят. Тесты на этом не кончаются. Сейчас, друзья, я хочу проверить, косит ли он траву.
Вот, потому что иногда в лесу приходится там покосить где-то что-то, там лежанка, вот, нужна трава для этого. И чтобы ее не драть руками, потому что есть такая трава, которую руками невозможно выдрать. Вот, и поэтому сейчас спробуем им накосить. Ну, в общем, нож косит. Вот трава накошена. Вот. Ну, я бы сказал, тесты проходят. Ну, дело, друзья, все остается во времени. Как он себя покажет в дальнейшем, я не знаю. Но слышал, что от других блогеров, что данным ножом нельзя батонить. То есть бить сюда чем-либо, там перерубать какое-то дерево, какую-то, допустим, брусок, вот, и мы делать этого нельзя. Так как хвостовик у него тонкий, это у всех ножей фирмы Атака, у них почему-то такой минус, что они делают хвостовик в рукоятке, который внутри, он идет тонкий. И люди говорят, что типа он перекаленный, что ли. Вот, и поэтому он может сломаться. И им бы батонить, я думаю, можно было, если бы была бы рукоять цельная, то есть из цельного дерева, либо там карельская береза, либо граб этот черный. Вот. Ну а так, ребят, в основном батонят с цельной металлической ручкой. Вот. И плюс, ребят, вот фирма Атака, что он делает сатин. То есть у них самый лучший сатин на ножах. Видите, да? Вот его бы вымыть мне сейчас. Вот. Там такой туманный сатин. То есть я что-либо не руб, чтобы-либо не рубил, не остается никаких следов. Видите, да? Никаких полосок нету. Вон. Он такой матовый, такой какой-то... туманный сатин, видите? Вот. Вот это у них плюс, кстати, у этой фирмы. Ну, я думаю, друзья, остальное покажет время, покажет использование данного ножа. Ну, нож в руке сидит прям, ребят, ну, замечательно. У меня одни положительные только эмоции. Ну, вот так вот пока, ребят. Остальное все остается делу, ребят, времени. Дальше будет видно.